В детском центре «Растем вместе» акцент делают на комплексный и профессиональный подход к оздоровлению и закаливанию малыша и мамы. С открытием нового бассейна возможности у специалистов и профессиональных инструкторов расширяются. Теперь здесь можно учиться плавать, нырять, заниматься лечебной гимнастикой. Бассейн позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия. 11-месячная Елизавета уже 2 месяца плавает сама. Девочка уже ходит и даже пытается говорить. Мама Лиза уверена, все благодаря занятиям в спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе». Это безумно полезно. Потому что ребенок развивается очень правильно, очень равномерно все проходит, все периоды развития. И практически нам не было необходимости ходить ни на массажи, ни на какие-то другие развивающие занятия. Методика обучения плаванию грудничков основывается на их возможности передвигаться в невесомости, ведь вода для них более чем естественная среда обитания. Младенцы легко держатся на воде, а потому чувствуют себя комфортно и с удовольствием выполняют все упражнения. В нашем бассейне идет не только обучение плаванию, но также идет физическое, гармоническое развитие, также психоэмоциональное развитие ваших деток. Приглашаем всех желающих на оздоровительные и профилактические мероприятия, а именно грудничков с 5 месяцев и деток до 6 лет в наш детский бассейн. Будем рады видеть вас! Работу таких центров поддерживает и городской департамент физической культуры. Прививать основы здорового образа жизни с детства – это именно то, что пропагандирует город Сочи. Спорту все возрасты покорны, да, то есть очень приятно, что в городе существует много центров раннего развития детей, именно направленных на физическую культуру и спорт. Дети – цветы нашей жизни, все самое лучшее им. Хочется пожелать прежде всего, чтобы такие центры имели свое место быть и имели дальнейшее свое хорошее развитие. Так что счастливого плавания! «Растем вместе» научат детей и самообороне. Также здесь проводятся занятия по ЛФК и даже детскому фитнесу. Расположен детский центр на улице Чайковского, 7/1. Телефон 8-988-507-2121. Галина Моисеева, Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.